Всем привет! Столица на связи. Меня зовут Елена, и это второе видео за сегодня. Первое видео мы сегодня снимали про клиентов, которые хотели купить квартиру, но построили себе дом. Ссылочка на это видео находится в закрепленном сообщении под этим видео. У этого дома есть тоже своя история, она тоже очень интересная. Заваривайте чай, берите попкорн, сейчас я вам все расскажу. Клиенты нас нашли благодаря YouTube. Они из Дальнего Востока. Клиент обратился к нам в начале 2023 года с целью купить земельный участок в городе Тюмени, ну или в пригороде города Тюмени. Я им задала вопрос, почему Тюмень? На что они мне ответили, что Тюмень очень перспективный и развивающийся город. То есть они на Дальнем Востоке ничего сильно не развивается, все стоит, заводы стоят, работы нет. Так что они решили и запланировали переезд в город Тюмень. Мы купили с ними земельный участок, и спустя полгода они снова обратились к нам, но уже с целью построить дом на этом участке. И, собственно, смотрите, мы стоим на этом земельном участке, и уже построен дом для наших клиентов. Этот красавчик. Площадь этого дома составляет 138 квадратных метров. Это вместе с гаражом. Гараж 32 квадратных метра. Стоимость этого дома вместе с гаражом 7 800 000 рублей. И есть вариант строительства такого же дома без гаража по стоимости 7 миллионов. Друзья, эта стоимость указана без стоимости земельного участка. Ну что, заходим в дом. Сразу говорю, что планировка очень интересная, сделана под клиента. Это у нас небольшая прихожая. Здесь клиент планирует поставить шкаф. Здесь у нас котельная, электрокотел и разводка отопления. Дальше мы проходим в небольшой коридор. Слева у нас санузел и мастерская. Для клиента здесь у нас переход в гараж. Гараж очень большой и вместительный. Пойдем дальше. Здесь у нас жилая зона. И, как всегда, моя любимая огромная кухня-гостиная. Здесь для клиента предусмотрен остров. И здесь будет располагаться большая кухня с рабочей поверхностью. Дальше у нас большое трехстворчатое окно с выходом на террасу. Здесь у нас будет организована мягкая зона с телевизором и большим диваном. Так, пойдемте дальше. Здесь у нас просто огроменный санузел. Все уже для него подготовлено, все выводы сделаны. Здесь у нас спальня с кладовкой, с местами для хранения. Дальше это у нас также вторая спальня. Тут ниша тоже под шкаф сделана. И третья спальня тоже с нишей под шкаф. Все эргономично, комфортно, удобно. Что касается технической части, здесь также у нас керамзитоблок 30 сантиметров, потом идет пенопласт 10 и 12 сантиметров кирпич. Всю эту информацию я давала в первом видео, посмотрите его, там более подробно все рассказывается. Итак, друзья, как вам планировочка? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Как с нами связаться? 55 55 15, код города 34 52 или заполняйте форму в прикрепленном комментарии под этим видео. Друзья, у стройки нет сезона. Успевайте строиться. Столица на связи.